Военная кафедра может вернуться в Иркутский технический университет. С инициативой возрождения кафедры перед региональными парламентариями выступил исполняющий обязанности ректора ИРНИТУ Александр Афанасьев. Он напомнил о том, что необходимость появления структуры по военной подготовке в гражданских вузах была озвучена Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Сегодня армии нужны специалисты, умеющие обращаться с современной техникой, и ИРНИТУ как нельзя лучше подходит для этих целей. Военных кафедр в Иркутской области нет. Но зато есть многолетняя история военного обучения, наличие специалистов в Иркутской области, в Иркутске, да и в самом техническом университете, которые способны подготовить высококвалифицированные кадры и обеспечить соответствующие виды подготовки студентов. В этом смысле Иркутская область, конечно, обязана иметь такой факультет. Планируется, что после появления кафедры на ее базе будет создан региональный межвузовский центр военной подготовки. За выступает студенческое и преподавательское сообщество. Поддерживает профсоюз вуза, ветеранские и другие общественные организации. Инициативу возрождения кафедры единогласно поддержали и депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Первый шаг – это вот создание военной кафедры. Я думаю, это будет приветствоваться как родителями, как студентами, так и студентками, а также, конечно, конкурентность иркутских вузов, ну, сначала, вот, допустим, технического университета, а впоследствии при создании межвузовского центра, конечно, повысится. В адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева направлено письмо за подписью спикера областного заксобрания Сергея Брилки с просьбой поддержать решение создания военной кафедры.